Большегрузы на этой дороге переваливаются с одного бока на другой. Ямы тут достигают метра глубиной. И это, говорят водители, дорога еще хорошая. Этот участок трассы начинается перед центром Соколовки и заканчивается недалеко от платного путепровода на восточной окружной дороге. Движение здесь не быстрое. Водители хотят сберечь свои машины. Ремонтировать автомобиль приходится часто. Подушки взрываются раз в неделю. Это, ну, две недели отходил, это хорошо. Бампер три поменял, четвертый в каком состоянии есть, так и ездим. То есть клеем, мажем, ну, вы сами понимаете, страдает все, в основном подвеска. Ну, также и рама гнется. Ну, в общем, для машины это убийственная дорога. То, гляди, кабина оторвется. Все мы рвем здесь, все трубки топливные, охлаждение. Ну, вы сами видите, какие ямы здесь. Дорога фронтовая. У дороги нет названия ни на одной из онлайн-карт. Длиной она почти 2 километра. И за долгое время ее ни разу не ремонтировали. По этой дороге я езжу 15 лет. 15 лет. Вот. Состояние дороги, конечно, ну, сами понимаете, оставляет желать лучшего. Вот. Зимой дорога не чистится, зимой дорога не чистится вообще. То есть она как бы бесхозная. Старожилы, которые работают на местных предприятиях, рассказали, что дорогу эту не ремонтировали больше 40 лет. Но стоит отметить, что ездят по этому маршруту многие дорожные службы города. Этой дорогой пользуются все службы дорожного строительства города Рязани. Ремекс, Автодор. Ну, все, кто занимается дорожным строительством, они получают щебень на станции Лесок. Дорога в таком состоянии всегда. Никто, то есть они знают про это всегда, никто ничего делать не хочет. А на вопрос, почему не делаем, они говорят, что ее нет в плане города. О дороге заботились лишь директоры местных организаций. В 2018-м, говорят, водители дважды нанимали грейдер, чтобы приводил трассу в более-менее приличный вид. В 2019-м дорожную технику здесь не видели. Наша телекомпания отправила запрос в городские службы, чтобы узнать, будет ли проводиться ремонт на этой дороге. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».